Привет, друзья! Сегодня мы находимся вместе с вами в Рязанской глубинке. Едем в ориентировочно заброшенную деревню, в которой жили не так уж и давно. Поэтому, я думаю, будет на что интересненькое вместе с вами посмотреть в брошенных домах. Нам осталось полем проехать несколько километров. И мы прибудем на место назначения. Давайте посмотрим эту деревню. В дворе у нас середина мая, все цветет, дуванчики, можно варенье дуванчиковое делать, пока не цветут. Птички поют, хозпостройка. А здесь вот такой вот, видимо, небольшой дом, повальный заборчик. Перед ним все зарастает фруктовыми деревьями. Провода к нему подходят. Может, это большая баня? Да нет, дом небольшой. Сгнивший стол. Сирень, которая только-только начинает расцветать. Все заросшее. У нас сухая крапива. Как минимум год тут точно не был никто, а может быть и больше. Смотрите, взломано. Замок просто так висит. Здесь вот такой вот столик с такими вот ящичками симпатичными. Масло растительное. Масленица. Или масленица. А, вот. Год. До 13-го года. Годно. А это что такое? Роликовая сеялка репка. Уксус, сода, бокалы, соль, полная пачка, перчик молотый, уксус какого года, яблочный 6%, не вижу где дата должна была быть. Изготовление, годности. Так, входим в дом. Здесь холодильник Бирюса. Уже ржавеет внутри его решетчатые полочки. Две ржавых ножовки. Маленький чугунок. В хорошем состоянии, помыть им можно пользоваться. Тяпка. Удочка. Вот она, леска идет. И вот он, крючок. Сзади.
Немного одежды, обуви висит здесь. А дом запертый. Его, похоже, заколотили, что ли. Или просела дверь. Не, заколотили. А, да, вот, саморезы вкручены. Так что, увы, в дом мы с вами не попадем. А это бывшие огороды, которые постепенно зарастают небольшим леском, а также фруктовые деревья. А это груша. А также здесь теперь растет земляничка. Сейчас вот она уже зацветает. И множество одуванчиков цветущих. А здесь такой вот колодец из бетонных колец. И очень-очень глубокий. Метров, наверное, 10. От поверхности находится у него вода. Так, сарай напротив этого дома. Внутри дровишки, лестница, доски, рейки и многое-многое другое. Птички поют. О, цветочки. Не знаю, что за цветы такие. Симпатично. Как мини-мини ромашки. Вот смотрите, вокруг все ими зарастает. Все цветет, пахнет. Воздух какой, друзья. От города очень далеко. Рядом лес с этой деревней. Поля бескрайние. Чистейший воздух. И тишина, природа. Смотрите, освещение раньше было. Здесь ржавый плафон осветительный на столбе. Кукушка кукукает по разрушенной хозпостройке. Здесь вот следующий дом. Практически развальный заборчик перед ним. Скамейка. Ведь когда-то на ней сидели старики возле дома. Бабульки общались. Наверняка раньше тут детки бегали, играли. На велосипедах катались. Жизнь кипела. Сейчас здесь жизнь угасла. Только дикие животные, птицы, природа. Так, давайте сюда заглянем. Приперт шифером. Сарайчик. В нем бочка металлическая. Ракетка дырявая, камера от мотоцикла, еще один старый холодильник, полюс. Так это он выглядит. Некоторые просят показывать холодильники, открывать их зачем-то, не знаю. Шланг поливочный. Так, нарды. Из-под шахмата. Доска. Шахмат самих нету здесь. Так, назад прикроем, как было. Еще один холодильник здесь перевернутый лежит. Рядом еще один дом. Сад. Все зарастает крапивой. Смотрите, какая здесь высоченная летом крапива. Сейчас она пока молоденькая. Но стрекучая невозможно. А вот и ящик под газовые баллоны. Даже краской подписали газ.
труба как раз уходит в газовой плите. Баллона, конечно же, нету. Тоже, видите, взломанный дом. Дверь просела. Полочки. Вот этот шланг. Вот тут, может быть, плита на летний период времени стояла, когда здесь жили. Ой. Елочная игрушка. Видимо, здесь он еще. Тут все, мышь перегрызли. Прицеп от автомобиля игрушечного. Тут все перегрызано мышами, я не буду уж трогать. Все-таки же они большие переносчики различных инфекций. Телевизоры не раскрученные, причем. Это у нас весна 3008, что ли? Похоже. Не раскрученный. Это рубин. Так вот, дверь здесь приперли ими. Только мародеры сломали соседние. Давайте развернем, посмотрим. О, какой. Опа. Здесь открывалось. Различные регулировки, настройки. Включить, выключить. Такие вот телевизоры. Металлоломщики сюда, видно, не добрались. Так. Значит, эти разломали бы их очень быстро. Там же драгметаллы. Лесенка на чердак. Пусть-то поднимемся. Смотрите, велосипед. Целый. Только переднего крыла не хватает. Ну и покрышки уже полопанные. Можно ездить, кататься. Раскладушка полусгнившая. А, металлоломщики точно сюда не добрались. Вот и алюминий, велосипед. Могли бы первым своровать. Так. Что, давайте сразу поднимемся на чердак. Так. О, смотрите, здесь махорка сушится. Висит. Хозяин выращивал сам. Как у меня отец тоже. Вот они. Что, можно перетолочь, закручивать и курить. Вполне. Мотоциклетный шлем. Множество обуви. Березовые веники в баньку. Вот. Чемоданы различные. Еще махорочка висит. Лыжи старые. И вроде тут все, больше ничего интересного я здесь не вижу. Ну, там вон тузлы с различной одеждой, видимо. Как вот и здесь. Ну да, старая одежда у них. Видите, все хранили, ничего не выбрасывали. Мало ли, на те же самые тряпки пойдет. О! А здесь, смотри, сколько еще висит. Махорки сразу-то и не обратил внимания. Не заметил. Вот это да. Че, можно толочь курить. Интересно, какой он по крепости. Вот так вот внутри. Металлическая кровать. Да, металлоломщики точно сюда еще пока не приезжали. Такая вот люстра. Необычная. Ни разу таки не видел. Что интересно, смотрите, можно поворачивать куда, чтобы она светила. Я так понимаю.
Или просто мне вверху тут крестик этого не хватает, фиксатора. Ни разу таки не видел. Дымоход. Тоже, видите, отдельно небольшая печка с плитой, чтобы готовить еду, либо воды там согреть, искупаться в тазике, в конце концов, постирать. Животным подогреть воду, напоить, если не было летней кухни. А русская печь уж пользовались в основном-то зимой. Также и отапливали дом, и готовили в печи. А осень, весной вот такую вот маленькую печку затапливали. И также отапливали дом и готовили. Счетчик старый советский. Множество валенок здесь лежат. Так вот в спальной комнате. Здесь вот такая вот люстра. Симпатичная. Множество книг старых. Сборник произведений Ленина. Какого года-то. Осень 4. Пляски смерти. Снова Ленин. Учебник физика для поступающих в вузы. Какой год? 82-й. Сокол. Приключения и фантастика. Тетрадь. Алгебра. Сентября 88-го года. А как новенькая тетрадочка-то. И множество различных других. Режим дня школьника. Книжек. Здесь открытки поздравительные. С 8 марта. С днем рождения. С 8. Это уж с 8 марта. Почта СССР. Дорогая Лена, я тебя поздравляю с праздником 8 марта. Желаю тебе всего хорошего. Хорошо учиться, не болеть, Валера. Так, здесь Лена. С 8 марта поздравляю. Смотри в этот день, грусти, много счастья тебе я желаю. Особенно счастья в учебе, труде и любви. Будь счастлива, Нина. Видите, здесь жила на то время девочка Лена. Наталья. Вот тут. Наталья, поздравляю тебя с днем твоего рождения. Всех там благ. Желаю учиться на пятерке. Лена. Получается, что Лена Наталье написала. Хотела на открытку отправить. И так не отправила, что ли? Получается так. А тут Оля, милая. Поздравьте с 8 марта. И успешно ждать экзамены. Оля опять. Хм. Странно. Странно. О, какая книга. Сельскохозяйственные машины и технологии механизированных работ. Еще Нива СК-3, СК-4 изображена. ХТЗ. Он же Т-150. Коля подписан. 78-го года книжка. Вот еще одна открыточка советская. С 23-м. Так. Дорогие мои папа и Слава. Поздравляем вас с днем Советской Армии, Военно-Морского Флота. Всех благ, Ольга. Похоже, наверное, что здесь... Две девочки жили. Оля и Лена, я так понимаю. Еще одна кровать. Металлисты не украли. А здесь, видите, выдрано. Это значит,
И металлисты выдрали, а жители соседних деревень, им понадобилась дверца. Покупать дорого, денег нет, работы нет в деревнях. Поэтому чаще всего и жители от безысходности, от нищеты выдирают то, что может пригодиться. Потом также доски половые, бревна спиливают. Такие вот еще открытки с Новым годом. Так. Ольга, поздравляю тебя с Новым годом. Желаю тебе всего. Константинова Лена. Хм. Так, а здесь Елена. Тебя с твоим днем рождения. Желаю тебе счастья. Ага. Только на пятерке, на четверке пятерке учиться. Нина и Света. Сюда положим их к остальным открытчикам. Вот такой вот первый дом брошенный, в который мы зашли, посмотрели, как здесь. Блин, ну велосипед никто не забрал. Те же самые все жители из деревень-то. Чего им велосипед не нужен? Я удивляюсь. Блин, ну махорка висит. Так, а следующий дом, похоже, что дачный. Потому что, видите, трава хоть и молодая выросла, но сухой вот здесь вот на поляне нету. Ее выкашивают. Снова хозпостройки различные. Здесь, смотрите, кольцо баскетбольное. Березе. Конечно, по-варварски сделано. Как есть теперь тут. Это, наверное, турник был здесь. Да. Вот. Наверное, к этой березе. Наверное. Я понимаю, что так. Просто его вот так вот выгнали. Трубу нам пытались выдрать с березой, но не получилось. Видите, она вросла в березу. Так, давайте заглянем в сарайчик. Двери покосило очень сильно. Здесь сено и сушеные травы различные. Твеники висят. Это был старый сенник. Сюда провод подходит. Но дальше сарай не идет. Покрыто вот таким вот рифленым железом. Может быть, банька. Дверь просела. Так, сниму. Тут не пролезешь. Ой, да. Здесь банька. Также здесь и кровать, настенный ковер и баня. Печка частично разрушена. Баня по-черному, зеркало мутное. Такая вот банька. А здесь огромное количество старой обуви, а также рубаночек. Это что такое? Ух ты, это стеклянное. Нет, не стеклянное. Это чугунок. Чугунное. Законопачено. Полное чем-то. Жидкость. Или так пробку мышки погрызли. Ну и все тут. Больше ничего интересного здесь нет. Этот дом поближе. Практически целый заборчик перед ним. Провода подходят. Да, видите, сухой. Нет практически травы. Только молодая. Значит, летом приезжали в прошлом. Хотя нет, в прошлом не приезжали. Или приезжали, может быть, в начале лета. Потому что, видите, здесь сухая. Крапива еще есть. Замок на двери висит.
Там вот еще одна баня, к ней провод идет. Также сад фруктовый. Березы огромные. Видите, особо так не заросшая. Видно, приезжают летом, все выкашивают, всю территорию. Наверняка из города приезжают с детьми на лето отдохнуть в отпуск. Давайте баню этого дома посмотрим. Она вроде как не заперта. Здесь также кровать. Хм, зачем в бане кровать? Холодильник перевернутый. Тазик. Ведерки. Так, а это... О, смотрите. Это самодельная такая вот... С горки кататься зимой. Хотя седло от лошади. Тяжелое. Это... Как вот саночки небольшие. С горки кататься. Вешалка. Здесь печку уже разломали. Венчик маленький березовый. Щипчики. Когда белье отбеливать, доставать. Еще один тазик. Обдавать. Алюминиевая кастрюля. Видите, металла здесь довольно-таки много. Металлисты точно не были. А это уже, видите, не закопченный ничего здесь. Как уже обычная баня, не по-черному. Так, давайте заглянем на потолок. Может, что-то тут еще интересное есть. Вот здесь огромное количество одежды и разрезанная покрышка. Или от Минска, или от Восхода. А также здесь фуганок. И такой вот краскопульт. Полностью металлическая даже. А, это ручка пластиковая. Тяжеленькая, не знаю. Такая горелочка, наверное, бензиновая. Больше похоже. Цена 3 рубля. Впервые такое вижу. Кто если знает, для чего это, подскажите. Ну, что похоже, что бензин заливается. Да, вот это вот накачивает. Сейчас позаржавел давление. Спускаешь. Видимо, такая маленькая бензиновая горелка. Видимо, так. Рядом с баней еще два сарая и третий развалившийся. Здесь детская корыта, купать ребенка. О, да она целая. А, нет, вот трещинка одна. Точно такая же у меня была, только видите, это зеленоватенькая. У меня была желтая, как вот внутри полностью. Вот в обычную ванну. По крайней мере, я так купался. Видите, здесь вот так же подмыло. Выемки вложить. Ну, у кого ванны не было обычной, там, конечно, вот на стульях либо ставили, либо вот так на полу чаще всего в доме и купали ребеночка. Воду грели, сюда наливали и купали. Давайте смотрим, эти сараи открытые или закрытые. Клены здесь растут. А то обычно кленник. Все заброшенные деревни заполоняет. Взломанный сарай. Диван. Дровишки, полочки со всяким разным, заливать бензинчик, канистры. Так, это, видимо, здесь мотоцикл загоняли. Видите, все в масле, все доски. Видите, здесь
Они только вот так вот постелены. А дальше был дровяник. А здесь рамки с подсот узкие. Пасека, значит, была тоже у хозяина того дома. Так, вышел я на улицу. Здесь вот еще видно, что дачный дом. Колодец. Возможно, даже работающий. С питьевой водой. Да, подзарошенка, но видно, что сухой травите. Все вокруг окашивается, нету. Только этого года. Зеленая травка. Вот такие вот необычные наличники у этого дома. Надо, хочу сфотографировать их. Крылечко такое вот. Симпатичное. Так. И видно, что дом красили не так давно. Может быть, несколько лет назад. Вот видите, летом в двух домах здесь какое-то время есть жизнь. И это хорошо, что приезжают на свою родину, приезжают отдохнуть на природе. Вот он, дом запертый. Тут солнышко нарисовано на козырьке. Сирень пока еще не зацвела. Да, она вот только-только начинает распускаться. Хотя вчера в Мордовии был, в Пензенской области. Там уже сирень практически полностью цветет. Так, множество опять сараев. На другой стороне улицы. Давайте посмотрим колодец. На улице тепло, хорошо. Плюс 25. Так, трос намотанный. Ух ты, какая глубина. Тоже бетонные кольца. Возможно, даже используют как техническую воду. Вот и ведерко здесь лежит. Никто не тронул. Так. Здесь вот сарайчик. Видимо, с небольшим гаражом мотоциклетным. Посмотрите, какие березы. И много-много лет. Лет 50-60. Судя по такому размеру их, толщине ствола, то где-то их в 60-х годах сажали примерно. Нет, тут не заперто. Ковшик, чтобы не открывались ворота. Ну, ё-моё, развалится. Тут дровник. Дровяник. Через отверстие можно было посмотреть. Это, наверное, тоже банька. Смотрите, у каждого дома своя баня. Здесь еще и окошко. Вот можем посмотреть. Дровишки там березовые. Стекла, рамки с подсот. Да нет, это не баня. Может быть, когда-нибудь была баня, потом обшитые стены доски отодрали. Видите, здесь бревна. Чистые, прям хорошие бревна. Здесь что-то, видите, крыша дырявая. Потолок сняли, доски половые сняли. Ух ты, смотрите, это же старая школьная форма. Все заплеснело. Вот он. Вот он, шеврончик. Кто из вас помнит школьную форму советскую? О, бутылка. Керосин. 2001 год. Тот второй дачный дом напротив следующего столба, который опора, линия передач. А следующий
Вот ли где находится. Здесь нет домов. Наверняка здесь еще два или три дома стояло. Но не сохранились дома до настоящего времени. Куда же дорожка прикатанная свежая ведет? К этому дому или дальше? Непонятно. Там снова, похоже, банька. У каждого дома своя баня. Заборчик частично сломанный. Новый провод ведет к дому. Ну, видно, что здесь давно не то, что они живут, давно не приезжали даже. Все заросшее. Вот, как раз видите, уже сухие стебли бурьяна стоят. Ну, как минимум, в прошлом году все точно никто не приезжал. Здесь сразу возле дома колодец. Немного разрушенный. Барабан отвалился. Смотрите, сюда розетка к столбу подходит. Может быть, сюда опускали насос электрический, шланг и на полив. А может быть, воду отсюда так доставали. Тоже бетонная. Ой, не было. Сейчас он упадет. Пусть барабан лежит там, где был. Скамеечка возле заборчика перед домом. Вроде калиточка просела. О, какие голубенькие цветочки, посмотрите. А, красота какая. А вот и, не помню, как называются цветы, у меня дома тоже такие же растут. Но я уезжал 4 дня назад, они еще не зацветали. Здесь вот цветут. И дом уже, видите, как тут все заросшее вокруг. А здесь кормушка, что ли? А, здесь был рукомойник. А здесь птичка свила гнездо. Ну-ка, яичков там нету? Не знаю, в общем, потом при монтаже видео увижу. Вместе с вами же, когда видео выйдет. Смотрите, крылечко резное немного. Окошка одного нету. Смотрите, дом взломанный был. Дверь, видимо, просела. Видно, что здесь вот рама просто подставлена. Видимо, через нее кто-то залазил. Ё-моё. Что ж ты отвалился-то? Потом аккуратно ее закроем, как было. О, смотрите, а там дверь как ломали. Ай-яй-яй-яй-яй. Блин, не пролезешь за ком-то. Так, пролез я. Потом прикрою, когда буду ходить. Здесь смотрите, как ломали дверь. Ой-ой-ой-ой-ой. Это ужас. Ее, видимо, не доломали. Вот это да. Здесь старая кукла. Круглый стол. Машинка стиральная перевернутая. Тоже просела дверь. Зачем такие пустые банки, не знаю, собирать уже современные. Так, где у них тут год пишется? Вон. До 13-го. Тоже до 13-го. О, это термос такой, смотрите. Внутри он стеклянный. Затем как графинчик. Впервые такой термос вижу. Советский, наверное. Вот еще и тут и снизу. Можно было открутить. Похоже, но что-то не откручивается. О. Ни разу такой не видел. А здесь, смотрите, маленький-маленький капканчик. О, какой маленький. На белку, возможно. А может, на крыс. На крыс, наверное, скорее всего.
Да, двери ломали, но не доломали. Мы можем так заглянуть через щелку. Вот так вот внутри. В принципе, тут ничего интересного-то нет. Там и матрасы в комнате навалены в кучу. Окна забиты изнутри. Ничего, в принципе, тут интересного и нету. Видимо, ломали. Думали, что там что-то ценное, что-то интересное, не знаю. В итоге в щель заглянули, которую сделали, и ушли. Соседний дом с выставленным окном. Заглянем. Ну, тут уже понятно. Все полы выдрали. Дом более раньше был брошен. Очень давно тут никто не жил. Давайте сейчас заглянем мельком сюда. Может, вдруг что интересное увидим. Ух, тут все разваливается. Ведерко в туалет ходить для преимущественно стариков. Оно предназначено. Календарь 2006. Какой-то замок. Не знаю. Мягкая игрушка старая. Собачка. Одежда. Умывальник стоял. Канализация. И вот немножко старой посуды. Различные тарелки. Кружечка с дроздами. Бокальчики. Многое другое. Вот, кстати, конфетница. Стеклянная, тяжелая. У меня такая, что ж дома. Еще у меня есть чуть поменьше, поглубже. Синяя. Тоже такая вот хрустальная, толстая. Стекло. Вот такой вот следующий дом. Ну и дальше вроде бы как и нет никаких домов. Может быть, где-нибудь в зарослях такие же вот полуразвальные. Потому что пролетал. Больше вроде домов не видно. Ну, наверняка еще туда много-много раньше домов шло. Вот такая вот, друзья, деревня. Всего несколько домиков, хозпостроек, бань мы с вами посмотрели. Ну и со стороны два дачных дома, которые приезжают каждое лето, видимо. Кому было интересно, подписывайтесь на канал. Впереди много чего интересного. Пальчик вверх не забудьте поставить, не ленитесь. Это очень важно для продвижения видео в рекомендациях на YouTube. Чтобы потешить, как говорится, алгоритмы его, чтобы больше он предлагал чаще новым зрителям посмотреть мои видео. Тем самым зрители посмотрят, им, возможно, понравятся мои видео, они подпишутся на канал и будут тоже зрителями, как и вы, моего канала. И канал будет постепенно расти, больше меня мотивируете чаще для вас снимать видео. Поэтому, пожалуйста, не ленитесь. Также пишите комментарии, делитесь видео в своих соцсетях. Это тоже хорошо для продвижения видео в рекомендациях, чтобы канал развивался и рос. Я больше для вас ездил, больше снимал подобных покинутых деревень различных регионов. Также, если вы смотрите на YouTube, включите колокольчик тот самый, чтобы вам приходили оповещения. Там поставьте галочку на оповещение «Все». Потому что если этого не сделаете, то вам оповещения будут приходить не всегда. Если даже у вас включен колокольчик. Это такой нюанс. Также подписывайтесь на мой второй канал о заброшенных местах. Там я показываю также заброшенные
деревни, церкви, школы и многое-многое другое. И телеграм-канал, кто любит почитать статьи, так называемые, на Дзене. Там я их пишу, часто публикую. Вот. И кто любит фотографии, также полистать тоже. Там же, соответственно, в статьях, фотографии, полное описание, более подробная история заброшенных деревень, усадьбы и многих других покинутых заброшенных мест. И в моей группе ВК то же самое. Поэтому подписывайтесь и также на телеграм-канал. Там я иногда, если в деревне есть хороший мобильный интернет, такое да бывает, если рядом жилое большое село и стоит сотовая вышка, и я иногда там провожу прямые трансляции прям заброшенных деревень. Так что тоже подписывайтесь. На все них ссылочки в описании к видео. А если кто вдруг хочет, либо может, либо хотел, но не знает как, оказать небольшую финансовую помощь на бензин, поездки, потому что они очень затратные. В описании к видео также реквизиты есть на карту Сбера и кошелек Юмани. Буду рад любой копеечке. Вот. Всем спасибо за активность, за донаты, кто оказывает. Всем огромной удачи и пока-пока.